В целях работы «Порядок на улице» сотрудники патрульно-постовой службы накануне отметили свой профессиональный праздник. С Днем образования ППС работников подразделения поздравил и глава МВД Абдурашид Магомедов. Он пожелал личному составу здоровья и успехов в службе на благо народа. Отличившимся сотрудникам полиции вручили благодарности, нагрудные знаки и почетные грамоты. В системе Министерства внутренних дел по Республике Дагестан патрульно-постовая служба самая многочисленная. Это было сделано осознанно, и вы помните, почему. Это 90-е годы, это и 2000-е годы, и разгул бандитизма. И нам необходимо было быть на улице, чтобы поддержать наших граждан, защитить их от произвола, от террористов и так далее, и так далее. И должен сказать, эту задачу мы успешно выполнили. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений республиканской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и ежедневно обеспечивают общественную безопасность в разных уголках республики и на всех массовых мероприятиях.